Всем здорово, народ. Ага, как обычно, давайте будем подсчитывать, что у нас вообще там имеется. Неделька прошла. Вот, и как обычно, значит, начнем, как обычно, с подсчетиков. А вот прошлой неделе мы закончили на 619 общий, значит, мой баланс. И, значит, сейчас он составляет 659, то есть плюс 40,20. А вот это практически, за исключением прошлой недели, значит, большой приток. Он бы был еще больше, вот, но, к сожалению, мне, так как осталось уже 2 недели, я начинаю потихонечку все минусовые сделки закрывать. Соответственно, я закрыл сделок, вот сейчас мы посмотрим. История. Так, значит, вот я закрыл на этой неделе 50, минус почти 6 баксов, минус 5 баксов и 4,5 бакса, то есть, в принципе, на общую сумму 15 долларов я закрыл, вот. И если бы плюс 15, у меня было 55, то есть был бы самый большой месяц, но тем не менее, да, 2 недели я уже как бы потихонечку, хотя и торгуюсь, продолжаю, вот, потому что вот у меня прибыль в этом месяце уже составляет 102 бакса, а сегодня 17 число, то есть еще 13 дней я должен торговать. Соответственно, если он правильно считает, давайте посмотрим, с какого числа он считает. Он считает с первого, да, все правильно. Значит, у меня в этом месяце уже 102 бакса плюс, и был предыдущий месяц 123, то есть за 13 дней я 100% наторгую больше, то есть еще месяц будет еще больше, чем обычно. Вот, значит, видите, доступно у меня 516. Остальные деньги в обороте, я вот торгуюсь, то есть сейчас немножко, но пытаюсь держать около 500 уже на балансе, то есть, который я буду выводить, это 100%, я думаю, что я торгуюсь еще одну неделю, и в принципе я с этой биржи ухожу, но еще не 100%, будем смотреть. Ну, публичный аккаунт, что мне тут показывает, значит, обычно, в принципе, ничего такого особого. Так, и остается 26% прирост, дневной прирост. Вот у меня тут почти все зеленое. Хотя и да, он на этой неделе 100% показал какие-то минуса, потому что я сделки закрывал. Ну да, ладно. И что у нас там интересно, калькулятор, что-то поменялось, 37 баксов. За 7 дней все равно получать один. Эх, не дождусь я того момента, когда я вложу, скажем, 100 баксов на неделю и получу. Здесь будет там 10 баксов хотя бы в неделю. Печально. Печально, ну да ладно. Значит, а так, если посмотреть по моему доходу за последний месяц, уже 190 чистой прибыли на этом аккаунте. Да, то есть мы идем в плюс. К сожалению, да, я должен уйти. Печально. Но единственное, что вы видите, прибыльность сделок сократилась у меня, потому что я закрываю сделки минусовые. Должен, так сказать, так как аккаунт свой закрыть. И из-за этого сократил. У меня было там 99 сколько-то там прибыльных сделок, к сожалению, да. Ну, я и считаю, что и такой показатель неплохой будет. Значит, ну, в принципе, как-то так. На следующей неделе, я думаю, мы уже потихонечку будем переходить на другую биржу. Что ж, ребята, подписывайтесь, давайте-ка пишем в комментариях, оставляем свои какие-то мнения и позитивные, так сказать, энергию свою, чтобы мы продолжали торговаться. Ну вот, как-то так. Значит, на этой неделе достаточно скромненько и коротко я делаю обзор, потому что ничего особо не идет пока вперед. Вот, из-за того, что биржу я должен буду закрыть. Так что всем пока.